Сегодня в Кисловодске мужчина убил полуторагодовалого малыша. 54-летний сожитель няни, задержанный по подозрению в убийстве полуторагодовалого младенца, страдал эпилепсией. А сама няня скрывала, что была судима за кражу и жила под двумя именами Елена и Алина. В ночь на 15 января мужчина ушел из дома и исчез, и няня обратилась за помощью к соседям. Когда пропавшего нашли и привели домой, он вел себя агрессивно, и Елене пришлось ночевать в соседской квартире. Утром мать привезла малыша к воспитательнице, ее встретил сожитель Елены и сказал, что та находится дома. Раньше мужчина всегда был добр к ребенку, поэтому ничего не подозревающая родительница оставила младенца с ним и уехала на работу. Спустя некоторое время он, по версии следствия, расправился с ребенком. Задержали подозреваемого в квартире его матери, на другом конце города. В тот момент мужчина был в неадекватном состоянии и попытался скрыться. Правоохранителям заявил, что он царь и бог и должен был это сделать.